Ленинский мемориал приглашает всех поклонников творчества русского писателя Ивана Бунина на литературно-музыкальный вечер. Проект «Вечерний Симбирск», в рамках которого и состоится выступление, рассказывает о жизни и творчестве известных писателей, поэтов и композиторов. Ведущая проекта Элла Якубенкова и артисты Ульяновской филармонии представят лирический концерт «Душа моя полна восторга и печали». Для поклонников классической музыки будет звучать совершенно изумительное произведение Георга Фридриха Генделя «Знаменитая сарабанда». Кроме этого, будет включена третья часть прославленной симфонии Брамса. Также в программе прозвучат известные произведения Рахманинова, Чайковского и Шопена. Зрители услышат фрагменты из рассказа Бунина «Чистый понедельник». Концерт пройдет завтра в 18:30.